Ну что, друзья, здравствуйте. Вот камеру новую пробую. Первый раз снимаю на камеру Sony ZV-1, которую мне подарил Руслан. Вы знаете, Руслан Хусниярова, он у нас на канале часто бывает. Знаете что? Пасмурно. Немножко даже дождичек накрапывает, вы знаете. Это я вышел во двор. У нас тут Санта-Крус на даче. Вот лимончики вам покажу. А могу даже это... блогера вам показать. Тут, знаете, такой экранчик хороший, он разворачивается. Вот я себя вижу в этот экранчик. Что-то я там нажал лишнее, ну-ка. Вот. Не понял. Ну, неважно. В общем, так вот снимаем. Может, ничего еще не получится, я не знаю. Так вот снимаем. Так. Я еще ручку приделаю. Я сейчас так просто пальцами держу. Ну, что у нас тут? Давайте какую-нибудь дачную красоту. Ну, лимоны лимонами. Сами понимаете, тут много лимонов. Вот так. А могу я приближать? Могу приближать. Смотрите, вот, пожалуйста. Могу приближать. Это вам не GoPro. Тут можно и приближать тоже. Смотрите, что творится-то. Великое дело. Так. Ностальгическая березка у нас тут. Все как положено. Так. Вот, красота всякая, Санта-Крус, прохладненько, в долине-то жара, там все плавится, ну, может быть, я не знаю, меня там нет, а это вот наш домик, мы сдали с утра Томика, да, забрали Томика из домика и отправили его на помывку, и там он сейчас помывается, он радостно, вы не знаете, как он набросился на эту Мишель, женщину, которая его моет. Вот. Прямо как будто они там 100 лет не виделись вообще с лучшей подругой. Так. Ну вот, собственно. Собственно и все. Пойду попробую посмотреть, что получилось.